Случайно так совпало? Давай сюда на превьюшку. Что у нас есть две одинаковые розовые футболки. И я берег свою для какого-то... Нет, это под камеру, так, чтобы с ногами было. Посмотрите. Я берег свою для какого-то знаменательного дня, когда я куда-то смогу пойти. Когда... Видите, розовые, белые, белые кроссовки. То есть, сосчитай. Видно там кроссовки, да? Да. То есть, я на розовом и с белыми кроссовками, с кедами, понимаете? А я специально розовую футболочку берег, чтобы ее снова носили этими шортами. Ну, посмотрите на вот это не сосчитание. Это пол, это минус. Темный низ, светлый верх. Ну, это ладно. Мы как два розовых поросеночка. Особенно я. Я как красавчик. Ты как красавчик. Блин, ну ладно. Не прокатил у меня этот маневр. Ты хотел, чтобы я разделился. Чтобы ты разделил со мной, да. Ну ладно. Сейчас за нами приедут друзья, мы пойдем. Я наконец-то поем, честно. Он уже несколько дней, с тех пор, как Клавдия нам написала, он в ожидании того, что мы пожрем вкусно в пиццерии. Да, я очень хочу. Я очень давно не ел пиццу. Когда я последний раз ел пиццу? Ну... А где мы ее могли есть? А, я ее ел на Новый год. На Новый год. Но там была не настоящая пицца, а такая из супермаркета замороженная, мы ее грели. Ну, то есть, такая... А, это когда у вас была вечеринка отдельно от нас? Да, да, да. Это был не Новый год, а Рождество, наверное. Нет, Новый год, Рождество, мы разом так вместе. Я тогда еще... Я понял. Да. Пил... Это сын кого? С кем я там ром-то пил? С кем ты там ром? С которым мы плавали еще на Игулите. А, Поль? С Полем ты что? Поль что, пил ром? Мы с ним пограненным стаканом наливали и... Это было в прошлой жизни, да? Это было... Ну, нет. Что было в этой? В этой? Блин, сейчас же у тебя совершенно другой образ жизни. Ни капли в рот, ни сантиметра... Ни сантиметра из спорта, вот так. Сантиметра из спорта. Вот так. Ну все, погнали.